Всем привет! Это очередная серия Spin Tires. В прошлой серии мы нашли вот эту асфальтированную дорогу, открывая вот эту местность, да. Мы выехали из леса, напоролись как раз на эту дорогу, и сейчас мы по ней попробуем прокатиться на нашем Урале с бочкой топлива. Так, не понял, почему у нас цистерна пустая. Цистерна пустая. Нам дают ее пустую. А, ну это естественно, конечно. Так бы, если бы она была полная, это можно было бы в гараже ткнуть эту цистерну, куда-то быстренько доехать и на тебе бензин, да? И так можно на любой грузовик каждую минуту ставить по цистерне и гонять куда-нибудь. Здесь придумано явно, что транспорт пустой, берешь цистерну, прешься на заправку. Вот мы, кстати, в прошлой серии открыли заправку. Прешься на заправку и везешь уже бензин в другое место. Это правильно, это естественно. Да. Это я не посмотрел просто. Думал, что тут так все просто. Цистерну прицепил, и у тебя уже сколько там было? 800 литров с собой. А нет. А вот инструменты. Инструменты, по-моему, когда выбираешь, да, будку с инструментами, оно пишется, что... Нет, ну на бочке тоже написано 800 литров. А инструменты, если прицепить, то они там будут или не будет их? Интересно. Так, это ерунда включается каждый раз. Так, бензина у нас нету, значит, нам нужно вернуться на заправку. А для чего нам возвращаться на заправку? Все равно мы приедем, когда в гараж. Если мы здесь все разведаем, мы приедем в гараж. Нам все равно этот бензин не нужен. Мы все равно отцепим эту цистерну и прицепим что-нибудь другое, более необходимое. Тут у нас приспущенные колеса, специально широкие приспущенные колеса, да, для проходимости по болоту, пескам, по разнообразной жиже. Специально. По шоссейке сейчас нам сложно будет на них ехать. Ну давайте, ладненько. Меньше слов, больше дела. Ага, не едет, надо выключить функции, да? Все, поехали. Ой-та-та-та-та-та-та, куда ты крутишь? Не видно было из-за корпуса. Ах, куда колеса были? Вывернул их в правую сторону полностью. Так, поехали потихонечку. Но машинка почувствовала, что дорожка хорошая. О, разогналась аж до четвертой скорости. Так, гнать не будем, потому что я не знаю, что за каким поворотом здесь будет. Идем хорошо. Так, подождите, это что, мостик? Это у нас мостик. Какой-то интересный мостик. Речка быстрая. Мосточек выстрою. Подожди, куда ты крутишь? Вот куда ты крутишь? Право это лево это право. Ага, уперся уже. Бампером уперся уже. Надо научиться. Ай-та-та-та-та-та-та-та-та. Научился уже, да, научился. Все. Выворачивай колеса, вылезай. Легче вот так будет ехать. Зачем такую дырку сделали по центру? Так, ровненько идем. Хорошо, проехали. Да, спереди вообще неудобно смотреть. Она хорошо, когда по дороге идет, по лесу тихонько катится, но когда через мост или где-то надо объехать какие-то камни или бревна, тогда тяжело спереди смотреть. Так, мост переехали, едем дальше. Что мы тут видим? Тут дорога у нас куда-то пошла направо, да? Что у нас тут? О, куда мы уже уехали. Это может быть направо дорога разведывает как раз вот это вот пятно. И
слева у нас тоже пятно. Туда тоже должна быть дорога. Так, фонари. Будем искать какой-нибудь большой съезд. Или, может быть, попробуем даже доехать до пилорамы. Так, периодически надо посмотреть, где у нас пилорама. О, пилорама вот где осталась. А мы куда-то заворачиваем. Мы заворачиваем куда-то. Тут, наверное, слева съезд. Слышна река. Едем, едем. Ничего такого приглядного нету, ни строений, ни дорог хороших. По-моему, речка слева или озеро. Видел, что-то такое голубенькое там было. Так, впереди что-то. Что-то солидное. Что-то солидное. Это что такое? Это не пилорама? Ой. Крутим, крутим, вертим. Вправо какая-то дорога. Вот сюда. Это может быть разбитая дорога на пилораму, на вторую, да? То есть на первую. Первая у нас... Первая у нас это. А мы сейчас около какой? Так, первая. Первая вот это. Ага, да, вот как раз на нее дорога, наверное, идет. А вторая вот эта. Нам бы на вторую хотя бы дорогу найти. Это надо было, наверное, назад. Нам надо было назад на вот это пятно выходить. Хорошо, проедемся по дороге дальше. Посмотрим, куда она приводит. Куда она вообще приводит. Опа. Неровности на дороге асфальтированные тоже бывают. Вот это, по-моему, место знакомое из заставки. Вот это мы место сейчас проехали. Очень похоже. Или они здесь похожи, все эти места. На главном скрине, когда меню выбирается. По-моему, вот этот участок дороги был. Хорошо, идем. Машинка отдыхает. Четвертая скорость. Так, 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 неровность, по-моему. Вот это, да, тут можно было подпрыгнуть солидно. Так, вот здесь какие-то ямы, дороги уходят в обе стороны. Опа, как она хорошо прыгает, а. Так, куда мы это уже заехали? Я уже потерялся. Так, не понял, что-то мы какого-то кругаля дали. Мы где-то здесь выехали на дорогу. Мы проехали. Что-то она закругляется куда-то. Говорю, что участок знакомый какой-то. Мы случайно не по кругу ездим? Ну, это будет неинтересно, если это просто круговая дорога. Опять эта лужа справа какая-то, похоже очень на другую лужу справа. Так, где мы сейчас? Стой. Тормозь. Да, мы уже... помню, или мы вот здесь вот ехали первый раз. Может, она внутрь как-то закругляется. Так, топливо расходуется. Мы-то катаемся, катаемся, а бензин-то уходит. Ага, это не тот мост, по которому мы уже ехали. Круговая здесь дорога, да? Мастяра, мастяра. Так, ну давайте тогда, если это та же самая дорога, давайте искать, может быть, выход вот на эту точку. Или вот на эту точку. Что у нас тут поблизости? Вот эта точка поблизости.
давайте после моста попробуем свернуть куда-нибудь налево. А то так будет неинтересно по кругу просто ездить. Колеса не проваливаются. Едем. А речка тут, интересно, тоже по кругу крутится? Или она все-таки куда-то втекает и вытекает? Ну что ты так прямо заворачиваешь? Так, нам какой-нибудь бы заезд в левую сторону. Так, если в левую нету, давайте завернем в правую, что ли. Давайте вот сюда свернем. Ага, вот тут как раз и дорога. Ничего себе, еще на 20-ку урона. Колесо почти на бок завалилось. Ну, он как он с одним, с двумя приводами идет, да? Полный привод мы не включаем. Идем так. Пока что. Экономим топливо. Какая-то дорожка тут у нас имеется. Будем по ней ехать до точки неразведанной. А прошлую точку мы открыли, у нас открылась заправка. Может быть, эта точка нам тоже что-нибудь откроет. Ой, куда это я залез? Давайте полный привод и все остальное включим, потому что тут уже будет нереально забраться на эту гору. Машинка зверь, конечно, зверь. Сейчас пузом сядем. Опа. Это мы что, грибы раздавили, что ли? Да, пропали грибочки. Ой-ой-ой-ой, тут яма. Что-то я вообще на какую-то неровность залез. Нам бы тут не перевернуться. Так вот, если мы перевернемся, конечно, то я уже не знаю. А вытягивать мы, конечно, не поедем уже Урал перевернутый, потому что... Хотя можно зилком попробовать... Блин, ломаются ветки. Зилком попробовать при помощи лебедки. Это что за местность такая? Это мы приехали на лесопилку, что ли, еще одну? Ну, блин, с какой стороны мы к ней подлазим, а? А вот и дорога была! Вот была дорога. Но мы на дыбки стали совсем. Совсем стали на дыбки. 53 урона. Так, а где саму местность надо открыть? Где это пятно было? Оно у нас справа, да? Поворачиваю колеса. Опять ночь наступает. Это мы уже целый день покатались, да? Колеса выворачиваю сперва. Потом задний. Выворачивай. Вперед. Стой. Стой, стой, не надо обнимать сосну. Вот эта дорога, она приведет нас к точке, что ли? По ней надо было ехать с самого начала. Видимо. Видимо, невидимо. Что это у нас такое тут? Так, ну мы же на точке, нет? Это что за жижа впереди? Стойте, стойте, ручничок. Где сама неразведанная? А, вон она, справа, да? Вот. Так, нам что, стоит сюда съехать? Нам предлагают съехать и завернуть направо. Ну, давайте. Так, ручник убираем. Потихонечку, потихонечку, потихонечку заворачиваем. Так, увязаем. Увязаем. Ух ты! Это мы куда? На этот самый, на залив приехали. Красиво тут. Открыли точку. О, как красиво. Полюбуемся видами. Морскими. Песочек, волна шумит.
И мы тут со своим бензовозом. Опа, что я вижу? А, мы открыли модель Е7310. А, так, это оно не показывает даже, что это грузовик или что это. Грузовику написано. Ну, грузовики тут все называются грузовики. А, поэтому, чтоб мы не знали просто, что именно там спрятано. Специально так пишется грузовик, да и все. Так, а вот это место, на котором мы находимся, мы как раз не раскрыли. Нам нужно возвращаться вот на эту точку. Ну что делать? Поедем обратно. Тут еще вдоль побережья какая-то дорога. Она приводит как раз к пилораме. К пилораме нам нету смысла ехать, потому что там точка все равно не откроется. Нам нужно возвращаться вот на эту точку, чтобы открыть какой-нибудь участок. Хотя бы вот здесь такой клинышек открыть. Потом открыть вот этот. Будем возвращаться домой. Откроем этот, чтобы хотя бы лесовозом каким-нибудь знать направление к пилораме, чтобы без проблем, не путаясь по лесу, просто доставлять груз. Так, камера, вернись. Так, что мы будем делать? Разворачиваться? Не понял. У нас же полный привод. Вот это я не понял. Ну ты чудо. Стоим на этом самом, на ручнике, пытаемся съехать куда-то. Ну, полный привод. Вот тебе и полный привод. Урон один. Почему? Подножкой зацепился за холмик. Так, тут можно опять завязнуть. Поехали во свояси. Возвращаемся. Откуда пришли? Попробуем уже доехать по этой дороге до асфальтированной. Так, у нас темень в лесу. А вот это что за точка? Я не понял. Тут ничего не написано. Здесь какой-то лес. Заваленный лес лежит. Так, а это там вдалеке что, фонарь светится? Просто заваленный лес. Тут просто пилят его, что ли? Ни лесопилки здесь, ничего нету на карте. А, ну так это самое. Мы должны разведать точку, тогда здесь напишут, что здесь именно, да? Хорошо, поедем искать еще одну точку. Мэн, этот ручник. Забываю все время его выключать. Так, выключаем дополнительные приводы на колеса. Так, дорога нас... А, вот она нас и выводит прямо к это самое, к асфальту. Мы там перлись по лесу, мучились, ползли. Но тут асфальт, вот он под боком, березка, прости. Вылазим. Ага, камушки под брюхом. 55 урон. Камень. Ну что ты прицепился-то? Ну что ты прицепился? Мы не поедем с тобой дальше. Ну что, так под брюхом и сидит, что ли, я не понял. Что-то я не понял. Что он залез там, а? Не видно. Вот неудобный ракурс, конечно. Да нет, вроде камня нету. Камень должен был проскочить. А, так, у нас река слева, да? Слева река, как мы проедем вот к этому участку? Ну, будем искать по дороге, наверное, первый попавшийся съезд. Будем в него заворачивать. Какую-нибудь просеку будем искать. Так, вот это не она. Нет, какая-то сильно мелкая. Там у нас большая река с левой стороны.
Я видел. Поэтому надо что-нибудь найти посолиднее. Может, вот это, да, это уже посолиднее. Я думаю, что здесь что-то могло ездить. Давайте, включай. Все, погнали. Камни, понимаю, тяжело. Тяжело, но надо. Ага, вот она и речка. И вот у нас тут овраг. А нам на ту сторону надо. Пойдем вдоль реки. Будем искать какой-нибудь маломальский спуск хотя бы, чтобы мы могли переправиться. Ай-яй-яй, вот это урон. Подождите, у нас здесь что, мостик? Вот это она носом гребет. Сейчас мы должны развернуться. И посмотрим, что тут у нас такое. Так, ничего не видно, вообще ничего не видно. Что это у нас? Переправка на ту сторону, что ли? Где там река, я не понял. Куда ушла река? Ой, да, это мост. Это мост, только по нему надо ровно переехать. Я же говорю, очень плохо, камера неудобная. Камера очень неудобная. Тихо. Вот это не надо. Машинка рвет. Давай поворачивай колеса не в ту сторону. Машинка резко рвет. С полным приводом. Так, а наш Уральчик. Наш Уральчик тут вообще-то пройдет. И кусты мешают сзади, вообще ничего не видно. Ага, мы сильно взяли в левую сторону, поэтому надо чуть-чуть взять назад, выровняться и пойти чуть по центру. Чуть-чуть по центру, вот таким образом перемахнуть. О, мы перебрались такие. Ага, и тут дорога. Подождите, мне кажется, или это гараж? Где мы? Ох, куда мы залезли? Мы же ехали вот на эту точку. Мы залезли вообще не туда. Это интересно, если мы нашли здесь гараж. По-моему, да. Гараж недоступно. 0.4. Так, включаем, выключаем. Машинка тяжело идет. Горка песочная. Так, а что нам даст гараж? Ох ты! А вот это, товарищи, уже кразик. Вот это уже кразик. Так, хорошо, да, ремонт нам не дали. Ни ремонт, ни заправку. Для гаража нужно 4 очка. Да, вот тогда мы брали эти самые гаражные очки, цепляли. Цепляли будку, она имела сколько-то там, 600 очков ремонта, по-моему, и 2 очка гаража. Вот их нужно сюда привезти, их нужно всего 4. Два раза нужно приехать. Или можно большую, по-моему, большой прицеп взять, привезти за один раз 4 сразу, я не помню. А так гараж нам недоступен. А что нам даст этот гараж? Просто возможность сюда заезжать, ремонтироваться и получать топливо. Ну да, я думаю, если здесь лесоповал, можно будет ехать, заезжать в гараж, ремонтироваться, заправляться, отвозить в пилораму и через гараж возвращаться на лесоповал.
Таким образом, я думаю. Так, давайте попробуем пересесть на вот эту махину. Так, а что мы имеем в этой будке? Мы пересели в Кразик, да? Это уже Кразик. Что там у него написано? Ай, да повернись ты. Что-то у него там на дверях написано, или где? Не, на баке. Леспромхоз какой-то. Да, ЛПХ номер 2, леспромхоз. Здорово. Так, у него... Стойте. У него ремонтные части 400, да? А мы можем отремонтировать нашего Уральчика. Давайте попробуем. Да, можно отремонтировать. 85 урона мы ремонтируем. И он у нас нулевенький, да? Заправить мы его не можем, потому что гараж не открыт для нас. Так. Ха-ха-ха. Что мы будем делать дальше? Давайте. Сейчас можно и на Кразе ехать. И можно ехать на Урале. Разведывать эти самые места. Разведывать места можно. Крас все равно нужно перегонять в гараж. В принципе, он может и здесь остаться. Мы сюда можем привезти 4 очка гаража. Гаражных, да, и он может здесь остаться и отсюда начать свое действие. Так что мы можем обратно пересесть на Урал. Так, а он не глохнет, когда мы пересаживаемся, да? Пересесть. Так. И стой. Вот в эту модель. Она у нас, да, она у нас заглушена. Ее надо заводить. А вот этот у нас остается работать. А если мы выходим в какой-нибудь другой транспорт? Так, мы переключились на УАЗик, да? И если мы выходим обратно, вот он наш, да, вот этот 4320, да, вот на нем вот этот C4320 и есть номер Урала, модель его. Так, мы перешли обратно на его, да, и он заглушился. Отлично, значит, бензин не будет тратиться, если мы будем с него выходить. Хорошо. Хорошо, это хорошо. Давайте заведем. Тан-тан-тан-тан. 198 литров у нас еще есть. И что, мы съехали с дороги, переехали через речку, мы попали неизвестно куда. Нам нужно разведать вот это место, по-моему, оно находится вот на этой стороне реки. Поэтому мы здесь и будем искать на этой стороне. Так, здесь от гаража никакой дороги нету. Там что у нас, забор? Или там можно проехать? Так, функцию выключаем. И поехали, наверное, сюда. Я не знаю, здесь есть проезд? Нет, проезда нет, он глухо. Тропинки только, да? Даем назад. Так. Чуть-чуть. Не так сильно назад. Чуть-чуть уже вперед. И здесь у нас что? С этой стороны тоже ничего нету. Да, тут у нас какая-то теплушка. Стой. Куда ты накатом пошел? Ах, бревно на дороге. Еще одно. Ах, камера, да, камера неудобная весьма. Вот у нас дорога направо. Есть тут. Стой. Ты так катишься быстро. Опять сейчас
дэмидж заработаем. Вот тут у нас дорожка наверх. Я думаю, что она приведет нас как раз к этому неразведанному месту. Должно быть так. Так, у нас тут скалы какие-то даже имеются. Такой местности я еще не видел. Ну откуда 4 урона? Ну с чем ты там цепляешься? Ну, ведром, который сзади висит. Так, куда это мы уже выбрались? Станем на пригорочке. Ручничок. Посмотрим карту. А, вот днем можно хотя бы карту таким образом смотреть. Так, у нас тут дорога идет. Я думаю, что мы сейчас спустимся по ней и найдем вот это место. Жалко, не показано, где реки. Ну, оно, конечно, непонятно. А вот здесь вот, может быть, вот так можно проехать. Вот сюда и заехать вот в это место. Мы тогда откроем сразу солидное пятно насквозь такое, да? Здесь тоже подъезды такие сложные. Да. Хорошо, я думаю, мы на правильном пути находимся. Тушим фары, уже рассвело. Кразик наш работает, то есть этот самый Уральчик. Кразик. Увидел я Кразика и сразу про него начал думать. Вот. Так, значит, хорошо, закончим эту серию. И в следующей серии мы достигнем закрытого места, откроем его и поедем на следующую точку. Тоже будем ее разведывать. Хорошо, всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующей серии. Всем пока, берегите себя.